Откройте программу Imbirt, выберите дизайн, вокруг которого вы хотите добавить рамку. Затем перейдите в редактор. И после этого через меню «Редактор», ну, к сожалению, меня не видно здесь, перейдите в «Редактировать в студию». Горячий набор клавиш – это Shift, Ctrl, E. Откроется программа с загруженным дизайном. Поскольку дизайн после добавления рамки будет больше, давайте сразу изменим размер пялец. Я выберу браузер. Ctrl-A выделить дизайн и переместить его. На панели инструментов выберите инструмент «Создать заполненный объект», кликните, создайте первую точку, далее перейдите в меню «Форма» и выберите один из имеющихся там многоугольников или эллипсов. Потяните за курсор мыши, кликните левой клавишей мыши и, удерживая кнопку, потяните за курсор мыши. Если вы будете при этом удерживать Ctrl, то будет создаваться пропорциональная фигура. Закончив создание объекта, нажмите Enter и генерировать стежки. Зайдите в «Конвертировать» и создать схему для заполнения. Удалите внутренний слой, выделите объект и перейдите в меню «Параметры», в окно «Параметры». В окне «Параметры» выберите одну из желаемых стежковых мотивных заливок. Здесь же в параметрах вы можете установить, что это сатиновый стежок, выставить аппликацию или добавить другого типа бордюр. Также для создания колонок вы можете воспользоваться имеющимися в наличии формами, готовыми кругами, сердечками и так далее.